Первый операционный день в Брестском филиале для Вадима Мурашко, главного врача клиники «Новое зрение», также волнителен, как и для пациентов, хотя за плечами десятки тысяч операций разной степени сложности. В ближайшее время вместе с брестскими офтальмологами будут работать врачи из Минска. Передача опыта и совершенствование специалистов прямо на месте – отработанная практика. В Бресте открылась такая клиника, где можно получить офтальмологическую помощь на самом высоком технологическом уровне. И я думаю, что брещанам можно просто позавидовать. Посмотрите, насколько все здорово у нас и организовано, и насколько высококлассные специалисты работают в нашей клинике, и оборудование соответственное. Лазерная коррекция в Бресте востребована. Порядка 70 пациентам уже в первый операционный день было проведено хирургическое вмешательство. Запись на месяцы вперед. Люди доверяют офтальмологам «Нового зрения». Прежде чем выбрать «Новое зрение», мой супруг очень долго изучал вообще ситуацию на рынке данных услуг, и изучив все мнения, все отзывы в интернете, ну и какие-то другие нюансы, остановился и пришел к выводу, что данной клинике можно доверять, тем более в Бресте не нужно никуда ехать. С очками я хожу уже, наверное, лет 10-12, да, поэтому очень волнительно, очень хочу уже от них избавиться. Жду, очень жду этого. Почему именно «Новое зрение»? Посоветовали. Были люди, знакомые, которые делали его в Минске. Тут я услышала, что в Бресте открывается филиал клиника. Решила попробовать, почему бы и нет. Брещанка Анна Любчук – одна из первых, кому была проведена лазерная коррекция зрения. Вся процедура заняла не более 10 минут. Болезненных ощущений не было. Присутствовало лишь волнение. Как ощущения? Я не знаю даже, как их передать. На самом деле очень круто. Я уже вижу лучше. Правда, все еще в тумане небольшом, но замечательно. Там все прошло просто отлично. Все мне улыбаются, все помогают, все меня поддерживают. Все просто супер. Ограничения, которые накладывает на пациента лазерная коррекция, небольшие. Несколько часов после операции в темных очках, 2 недели без активного спорта, без сауны и бассейна. И как результат, прекрасное зрение без очков и контактных линз. Ощущения, скажем, я такой человек достаточно впечатлительный, чувствительный, поэтому, ну, конечно, волновался. И мне было, ну, скажем, немножко как бы... Не знаю, голова кружилась. Вот. Но мне очень понравилось отношение персонала. То есть они очень помогали, и поэтому все хорошо. Ощущения хорошие. Астигматизм, дальнозоркость и близорукость – все это плохое зрение. Сегодня в Брестском филиале клиники «Новое зрение» можно за считанные минуты обрести хорошее и увидеть мир в новых красках. Современные медицинские технологии позволяют сделать это на самом высоком уровне и современном оборудовании. Мы имеем дело с комплексом оборудования. Дело не только в одном эксимерном лазере, который у нас установлен, самый новейший эксимерный лазер – фирмы «Алкон», производство Соединенных Штатов Америки. Используется лазер, который прошел так называемый Green Update, то есть это самая новая модификация эксимерного лазера на сегодняшний день. Ну и, безусловно, это влияет на качество, точность, предсказуемость, эффективность и безопасность предстоящей процедуры, и важно для каждого пациента. В клинике будет проводиться весь спектр необходимых большинству пациентов с глазной патологией хирургических операций. Брестский филиал оснащен для этого всем необходимым оборудованием. Уровень специалистов также соответствует всем требованиям. В «Новом зрении» занимаются каждым пациентом индивидуально и делают все возможное, чтобы человек приобрел новый взгляд на окружающий мир.